Забыть об уроках и домашних заданиях и на один день стать участником настоящего новогоднего приключения. Не чудо ли? Зимняя усадьба в детском лагере «Зорька юбилейная» – это возможность с головой погрузиться в атмосферу сказки. Здесь и стройные многовековые ели, и любимые персонажи из мультфильмов, и свое неповторимое волшебство. Здесь не бегать, не орать, никуда не убегать. И тогда весной народ чудо вдруг произойдет. В резиденции Деда Мороза ребят встретила Снегурочка. Они водили хороводы и танцевали. Как только ребята переступили порог зимней усадьбы, повидаться с ними вышли и сказочные герои, символом наступающего Нового года. Но где же тот, ради кого дети в свой выходной день поднялись рано утром и приехали сюда? Встреча с волшебником непременно состоится. Но сначала ребята должны пройти квест-игру и отгадать все загадки. Добро, конечно, победит. И в награду малышам будет встреча с настоящим Дедом Морозом. Где может быть прикосновение к детской душе лучше, когда они из чащи весной увидят выход Деда Мороза и красивая, настоящая красавица ель, тоже радость для детей. Они прикасаются к прекрасному, к чуду, настоящему чуду. Появившийся в густой чаще леса Дедушка Мороз вызывает у ребят особый восторг. После того, как ребята зажгли елку, поводили хороводы и спели новогодние песни, сказочный волшебник приглашает всех на горячий чай в новогоднее кафе. Для 8-летнего Алексея Скриган этот год был очень удачным. Он занял первое место на первенстве и чемпионате Республики Беларусь по киокушинкай карате «Весна над Неманом». Для него, как и для всех ребят, Новый год – праздник особенный. Пользуясь случаем, подарок под елочку юный каратист за чашечкой чая сказочному волшебнику заказал лично. Я бы хотел себе настольную игру. Мне очень нравится «Монополия». Вот. Но в прошлом году он мне подарил «Лего». Мне оно очень понравилось. Я был ему очень благодарен. Вот. Я от него отойти не мог. Мне оно очень понравилось. Каждое пожелание Дед Мороз пообещал выполнить. Но только если дети хорошо себя вели весь год. После развлечения и подарков приходит время покидать резиденцию зимнего волшебника. На прощание он желает всем добра и удачи. Дорогие детки, приглашаю всех сюда, в резиденцию Деда Мороза. Хочу услышать ваши стишки, танцы, песни. Здесь вас ждет необыкновенное путешествие, праздничная дискотека и, конечно же, самые лучшие подарки от Дедушки Мороза. В плотном графике любимца детей утренники расписаны на 2 недели вперед. Насыщенная программа праздника включает театрализованное представление и рассчитана для детей самого разного возраста. Окунуться в детективную историю, пообщаться со сказочными персонажами, поделиться с волшебником сокровенными желаниями, а домой увести ощущение сказки. И, конечно же, селфи с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Алла Нычко, Виталий Рубанов, новости, Гродно+.